Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева в новом 2022 году. Этот фильм называется «Швабра Путина. Барбаросса. Второй крестовый поход». Благодарю всех, кто поддерживает мой канал. Подведение итогов катавасия с 2020 по 2022 год. Пошел третий год плана «Барбаросса номер два». Первый план «Барбаросса» – это Великая Отечественная война 1941-1945 годов, как мы все знаем. А может быть, кто-то и не знает. Сейчас ЕГЭ, и, может быть, уже поколения выросли, которые не понимают, о чем идет речь. Причем тут «Барбаросса». События развиваются стремительно. Пока создавала фильмы по Хармсу, посмотрите на канале, и по Видле с расшифровкой прилетели новые 44 веселых чижа. С чего начать разгребать? Начну с комментария по фильму Хармса. Да и в этом фильме будут коды и расшифровки. Будет интересно. Слушайте внимательно, старайтесь не перескакивать, чтобы понять нить, о чем идет речь, и чтобы вы сами смогли в дальнейшем уметь расшифровывать подобные коды. Комментарий по фильму о Хармсе и нацистских знаках в детских стишках. Спасибо. Это просто в точку. Путин и Шваб в Москве подписали 16 договоров о разделении РФ на 44 правовые зоны, 44 проекта НМП нового мирового порядка. Запомните, закон РФ о торах и о принудительном выселении не граждан РФ, так как они граждане СССР и РСФСР, аборигены, местное население. Если у них удастся ГМО вакцинации, то депортировать не понадобится сразу куча рабов. Они уже давно все решили и поделили. Так, хорошо. Далее. Алексей Гущин, комментарий. 9 мая этого года Путин и Рахмон возложили на могилу неизвестного солдата венки в виде двух восьмерок. Восьмая буква в немецком алфавите «Н». Нацистские татуировки 8-8 подразумевают аббревиатуру «НН», которая в немецком языке означает «Хай Гитлер». Но почему-то эти венки возложили именно в этом 2021 году, не раньше или позже, а все просто. 2021 минус 8-8 равно 1933 год, год, когда к власти в Германии пришел Гитлер. Вот такая дань уважения на костях наших героических предков. Это знак мировому закулисью и его сторонникам по всему миру о том, что прежде сильная непокоренная непобедимая нация побеждена. Одурманена пропагандой, извращена фальшивыми ценностями и уверенно движется к своему неизбежному концу. Это им бы так хотелось. Да, действительно, и в конце года на своей пресс-конференции Путин обмолвился о том, что США победили в холодной войне, говоря о 91-м году, о распаде СССР. То есть это все было, и только в этом году действительно явные нацистские знаки, фашистские знаки и фраза на 9 мая, что фашизм победил советский народ, и соответствующие знаки в войне победы. Я делала фильм «Кому, чью победу празднуем». Да, это все именно говорит о том, что фашизм и нацизм сюда залез, зашел, заполз. Обидно то, что большая часть населения, они понятия не имеют о том, что здесь происходит, и находятся в мороке, или не хотят ничего слушать, не хотят ничего понимать. Это такая страусиная позиция, просто страусиная позиция, которая не спасет, не приведет к результату позитивному. Позиция, которую здравомыслящие люди никак не могут принять и смириться. Продолжаем тему предыдущего фильма распаковки кода K.O.VID.1.9. Приходится маскироваться. Мы распаковали эту программу и месяц славно потрудились. Заметили турбулентность, как их колбасит. Да, к Новому году они попридержали вожжи, ждут окончания праздников, чтобы продолжить. Очень многие это понимают. Однако классика бессмертна. Кавказская пленница. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Еще раз повторим, как правильно звучит перекодировка модной комедии K.O.VID.1.9 к единому виду 19, к единому виду человека разумного на Земле и Вселенной,
процветание, благоденствие, жизнь, любовь, солнце, радость, слово твердо. Мне передали, что блогер Анна Вегдыш добавила азм есьм. Соглашусь. Перед словом твердо поставить азм есьм. Полная формула новой программы антигеноцид будет звучать так. К1, ВИД, 19, АЗ, ЕСМ, СТ. СТ – это слово твердо. Как пользоваться? Вот кто-то любит писать на заборе, рисовать на ограждениях железных дорог. Вот и пишите вместо русских матерных и абракадабрных рисунков эти формулы. Пишите их везде. Пишите просто на бумажке, просто на клочке бумажки. Не имеет никакого значения. Пишите пальцем на стекле. Как угодно, просто пальцем на воздухе, просто проговаривайте эти слова, когда вспомните об этом. Когда вы сталкиваетесь с геноцидом, проговорите эту формулу. Когда вас заставляют одевать маски, проговорите эту формулу. Это не значит, что сразу все получится, просто проговаривайте, потому что Вселенная нас слышит. Искусственный интеллект тоже нас слышит. В этом вся фишка. Напевать, танцевать, мурлыкать эту формулу, получать удовольствие от причастности к созданию процветания своего рода человека разумного. Такое мое мнение. Еще народ тут добавляет в комментариях, а как же дух? Давайте включайте творческий подход и добавляйте в эту формулу то, как она вам ложится на душу. Вы же все дети Бога, Вселенной, во все по плечу. Естественно, что тема потребовала продолжения. Я работала над письмами Рахманинова, но письма подождут. Я работала над продолжением темы Хармс, но Хармс подождет. Хотя и там открылись сюрпризы. Из начала века и день сегодняшний по модной комедии. Вы представляете связь вот начала прошлого века и сегодняшнего дня? Вот так вот пришло через Хармса. Все будет впереди. Ждите следующие фильмы по Хармсу. Итак, за месяц с лишним до Нового года произошло много событий и плохих, и не очень. Пала смерть у храбрых в борьбе с фашистскими захватчиками Анастасия Метельская. Была доведена до смерти местной мафией. Но дух ее не сломлен. Народ стал массово заявлять свои права. И кое-кто подвинулся, но это уловка. Мы должны это понимать. Часть репрессий отложили, это тоже уловка. Но народ правильно назвал своими словами, что происходит. Что есть присвоение всяких цифровых кодов человеку. Мы знаем, что это такое. Наши деды проходили и разобрались с этой темой. Но противник долго ждал, готовился и выпрыгнул из-под куста с новой силой. Так что по закону пьесы второй Нюрнберг не за горами. Этот фильм будет посвящен обзору того, как чума пришла к нам, и у нее есть имя автора — Клаус Шваб. Это очередной крестовый поход на Русь. И вторая часть фильма посвящена перекодировке и техникам обеззараживания этой чумой. Я повторюсь, тот, кто нам мешает, нам поможет. Психологическое айкидо. Этот фильм и этот данный текст я готовила еще 3 недели назад. 2 недели назад страсти накалялись по куриным одам. Будут, не будут, канат тянут, потянут, кошки, мышки, кто мышки, сами догадайтесь, дали передышку мышкам на Новый год. Вспомните атаку через СМИ от элитки. Медленно про пенсионеров говорила, что их надо всех убрать. Леонтьев обозвал всех непривившихся тварями, баранами, которых надо 2 удара по голове и так далее. Баба Яна, Баба Ян, тоже очень беспокоился, ратует за жесткие меры к антиваксерам. Ату их, ату, нечистую силу, бей, гадов. Вассерман отвассерманил за копеечку, она же не лишняя в его карманищах. Мадам Арбидол еле слышным голоском объявила о неотвратимости присвоения штрих-кода и, соответственно, Нюрнберга для себя и подельников. И даже назвала дату отчета с 1 февраля 2022. Смотрите внимательно. Дата 01-02-2022. Карта Таро. Посмотрим. Аркан 1. Маг. Аркан Маг Таро олицетворяет теплоту, гибкость, сообразительность, силу. Маг – волшебник. Значит, они выбрали день мага-волшебника. 2 февраля. Цифра 2. Карта Таро. Аркан 2 – жрица, тайные знания. То есть у нас получается маг и жрица. Сила, волшебство и тайные знания.
Если мы соединим 1 и 2, у нас получается цифра 12, 12, аркан, название «Жертва», символизирует насильственную смерть. 12-й аркан выражает в мире божественном закон, указанный откровением, в мире интеллектуальном – поучение о долге и обязанностях, в мире физическом – жертвенность. Очень интересно. Далее, получается у нас цифра 20 идет. Аркан 20 означает «страшный суд». 29 декабря 2021 года в СМИ появилась статья Маргариты Симоньян «Оцифровывая заповеди». Им там страшный суд подавай. Впрочем, Сима Ян, цитата, «Так земля поделится на рай и ад. Страшный суд. Место и природных ресурсов для безоблачной жизни в Новых Мальдивах всем воскрешенным, конечно, не хватит». Понимаете, таких совпадений просто не бывает. Мадам Арбидул в ноябре назвала код начала цифры по их планам. В этот код входит аркан Таро «Страшный суд». Чуть позже, 29 декабря, Симоньян закрепляет код фразой буквенного эквивалента «Страшный суд». Перед этим за год где-то Катасонов написал книженцию с этой же фразой. В начале было слово, в конце будет цифра. Это означает, что все три персонажа накачивают инфополе и открывают окна Авертона. Присмотритесь к псевдопророкам типа Катасонова. Для чего он это делает? Читаю абзац из книги Катасонова о законе энтропии, о том, что люди перестали слышать Бога, поэтому и приближается страшный суд. А буквально, цитата, «Без Бога наступает темень, люди блуждают во мраке, а поскольку ничего не видят, то ничего и сделать не могут. А если пытаются в темноте что-то делать, то получается с точностью да наоборот. Разрушается даже то, что было создано ранее, когда Бог освещал жизнь человека». Обо всем этом можно прочитать в Священном Писании, как Ветхого, так и Нового Завета. Но люди утрачивают интерес к Священному Писанию, предпочитая художественную литературу или даже переставая вообще что-либо читать, заменяют книгу интернетом или телевизором. Итак, Катасонов сетует, что люди утрачивают интерес к Священному Писанию. Он, значит, действует в рамках библейского проекта. Опять люди виноваты. Ну, они же бараны. Это стадо недееспособное. Они идиоты, как Симоньян говорит. А Леонтьев, значит, бараны два удара по башке и пойдет куда надо, пастухам. Зачем Катасонов, как и Нодовец Федоров, как и вся остальная братья, все валят на неразумное стадо баранов? А может, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, если вы себя пастухами считаете? Они же себя растождествляют с баранами. Если кто-то у них баран, то они-то себя баранами, ясное дело, не считают. Они себя пастухами считают. Может, у пастухов кукуха поехала далеко и надолго? С больной головы на здоровую всегда легче перебросить. Вот они и ненавидят народ, и всех собак на него развешивают за свою собственную недееспособность. Страшный суд им подавай. Так ведь, Симоньян? Не буди лихо, как говорится. А не факт, что вы, дамочка, на Мальдивах окажетесь. А Джокер он свои карты еще не раскинул. У палки-то два конца. И какой вам прилетит еще вопрос? Продолжаю расшифровку кода, озвученного Арбидольшей. Следующая цифра – 22. Аркан Шута, дурак. Кто из нас, из них... Шут, дурак, бараны. Понимаете, что они мутят в своих циферках? Аркан 22, шут, дурак, иллюзия. 0,22, 0,22, два раза 0,22. Зеро плюс шут, иллюзия. Зеро, шут, дурак, иллюзия дважды. Иллюзия, зеркало в зеркале и пустота. О, зеро. Помните код озера в моем разборе цифр 22 по плебисциту? В коде Арбидольше 0-0, Джокер 22, Шут, дурак дважды. В этом коде есть кроличья нора, которая может вывести не туда, куда надо нелюдю. Поэтому он будет делать все, чтобы направить общественную мысль по узкому коридору к страшному суду, который они сами и устроят, чтобы ничего не осознающие дураки или бараны очутились в полной цифре и уже пикнуть ничего не смели. 0,22 – код, который может развернуться так, что и нелюдю мало не покажется. Плебисцит тогда перенесли. И пошло все не так, как планировалось изначально.
Код двойной 022 – это ахиллесова пята швабры орбидульной. Обращаю внимание, весь этот шабаш прям одновременно вылетает из закопченной трубы СМИ, как по команде. Пли раз, пли два и так далее. Думаете, они сами так сказали от себя, как говорится? Нет. Это их, как не сильно важных пишек, кинули на толпу посмотреть реакцию. Это было тестирование, и оно дало обратную связь. Народ возмутился и стал проявлять активность, писать, требовать. И ребята сказали: «Ладно, ладно, мы типа отступили, успокойтесь, мы придумаем, как вас отвлечь и проведем то, что нам надо, ловушек у нас много, гы-гы-гы-гы». Но это после праздников. Итак, праздники прошли, новогодние дни, и сейчас у нас такое состояние зеро. И еще одно случайное совпадение. В коде 022 дважды 44 веселых чижа, что опять связывает нас, ведет к Хармсу. Даже если они подтасовали эту 44 цифру зиги фашистские в этот код, но про Хармса они точно не думали. Хармс – это не их игра, это нам подсказка. А продолжим мы разговор в третьей части. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на все мои каналы, потому что знаете, что морозит мой канал в том числе. Всех вам благ. До свидания.